Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Westerland Punk. Так что у нас тут? Давай посмотрим текущие миссии. Собираем награды. Так, отлично. Сегодня хочу сделать вылазку. Причем довольно офигенную. Нам нужно с тобой встретиться с Ричем на мосту в восточном городе. В восточном городе. Так, берем себе команду. Катерина свободна. Франциска. Дальше идет Вики и Феникс. Без танка, что ли, пойдем? Ну, давай без танка. Отправиться. Так, нам нужно с тобой, наверное, все-таки идти вот сюда. Кратерное озеро. Враги здесь очень лютые, жесткие. Ну, у нас нет выбора. Так, определимся. В восточном городе. Где этот восточный... Ага, на мосту. Вот, восточнее города. Все, я понял. Поехали как-то потихоньку. Нам нужно здесь с тобой... У нас горючки-то хватит? 220. Не знаю, ребят. Будем ехать аккуратненько. Слушай, ну далеко на самом-то деле. Давай вот здесь вот объедем. Слушай, что-то мне кажется, у нас не хватит горючки туда добраться. Так, аккуратно. Угу. Или хватит все-таки? Должно хватить. Да, мы с тобой прибыли. А вот обратно. У реки вам наперерез неожиданно выходит отряд Орды. Похоже, Рич знает, что вы придете, и он вам не рад. Отступать нет времени, надо дать бой. Пусть сначала догонит. Ну, давай бой. Мы принимаем бой. Ох, ёк, вы серьезно? Твою дивизию, ты... Ты посмотри. Катерина, давай лечи, я не знаю, там, подожди, мне хоть кого-нибудь... Не, они нас ушатают, ребят. Тут, наверное, без варика. Хотя, подожди, бомбарь, так, минус. Слушай, мы захилялись? Как ни странно, полностью причем. Так, давай, хиляемся. Да что ты будешь делать-то? Зачем ты это сделал? Разведчик, зачем ты это сделал? Блин, да что это за жучара такой? Все, мы его порвали. Ордынцы вас недооценили, и командир отряда подходит к вам с явным намерением поговорить, а не сражаться. Врагам нельзя доверять, командира надо обезвредить. Так, остатки Орды не представляют угрозы, можно и поговорить. Победил несколько шестерок и уже крутой. Ты зря расслабился, серый штырь. Считай, что я даю тебе фуру, чтобы оплакать гибель верных псов. Нет, это ты зря расслабился, давай вот это, наверное. Если бы я дорожил каждым куском говна, то до сих пор бы гнил на свалке. Оплакал, вижу. Теперь я задам вопросы. Ты слишком много на себя берешь. Что тебе надо? Кто такой обмороженный Рич? Обмороженный Рич? Ты кто такой, чтобы задавать такие вопросы о нем? Больно ты нервный. Он что, твой любовник? Похоже, по-хорошему ты не хочешь. Давай вот первое возьмем. Ты придурок, наемник. Слыхал о старом Ричарде Железном Кулаке, правителе Железного Леса? Только самоубийца назовет его обмороженным. Уловил? Хотя бы я посмотрел, как ты его так назовешь. Ни за что не пропустил бы такой момент. Связаться с Саймоном. Обмороженный, это Ричард Железный Кулак, один из правителей Орды? Тут что-то не сходится. Почему тогда Орда никак не использует технологии Петрикса? Твое дело еще не закончено. Узнай, как попасть к Железному Кулаку и выведай у него все ответы. Возьми с собой побольше патронов, они тебе пригодятся. Что ты собираешься сделать? Встретиться с Железным Кулаком?
Погоди, погоди. Я в красках представлю, как тебя пронзают пули на подходе к его форту. Ты уже выбрал эпитафию себе на могилку? Думаю, он найдет в себе силы снизойти до разговора. Многие так думали, и из них получилось отличное удобрение. Кулак один из самых авторитетных лидеров Орды. Молись, чтобы он снизошел оставить тебе жизнь. Оставь свои розовые мечты. Ордынцы годами заслуживают доверия и возможность работать лично на Железного Кулака. Тебе нечем доказать свою пользу. Допустим, я рискну попробовать. Убивающая упертость и тупость. Впрочем, ты можешь сделать то, что не закончили убитые тобой парни. Надо выбить долг из одного механика. Он расслабился и задолжал за крышу. Обнаглел до того, что в последний раз не стал латать трак одного из моих ребят. За это с него двойная меда. Пора забрать ее. Мастерская строго на севере от кратера. Не пропустишь. Мне плевать на твой подход. Но он не должен забыть этот урок, понял? Так, ок, я навещу этого механика. Старый добрый рэкет. Звучит не очень сложно. Как закончишь, найди меня в городе. Связаться с Саймоном. Одно точно. В форт Железного Кулака ты не пробьешься. А мы не будем развязывать войну ради одной беседы. Наше дело слишком важное, тебе придется поработать с этими варварами. Постарайся не навредить никому и не убивать гражданских. Понял, принял, Саймон. Что же у нас тогда за задача сейчас в данный момент? Выбей долги из механика для штыря. А где он находится, этот штырь? Можно мне как-то? Здесь что ли? Так, ребята, а я смогу ли в город попасть? Во-первых, у меня нет горючки. Твою налево еще вляпался, блин. Так, ну что, тут у нас грунт Орды и плюс бомбарь. Да пошел ты. Давайте, родные мои, вжариваем по полной программе. Блин, мне нравится наша Катерина, как она отхиливает. Очень великолепно. Так, тихо, главное, не убейте мне ее. Да что вы, блин, не можете никак... Так, один минус. Сейчас грунт отдуплится. Почему они все по Вики бомбят, а? Скажи-ка мне на милость. А, она, видимо, танкует. Вот она что, да? Она берет на себя провокацию, что ли? Точно? Нет. Щит — это защита. Промах. Да, у них бомбарь, конечно, покруче будет, чем мой Франческо. Но все равно ему не жить. Так, валим. Отлично. Победа. Так, собрать все. Ну что, принес то, что по праву принадлежит мне? Нет, я еще работаю над этим. Ну и зачем ты приперся тогда? Или мечты о вступлении в славное ордынское братство и встреча с Железным Кулаком так и останутся мечтами? Закончить разговор. Блин, получается, я зря сюда шел. А где этот штырь? Вот я не могу понять, ребята, я вот карту всю смотрю. И никакого штыря я здесь не вижу. Вот он, гад, наверное, да? Это мне надо было через мост проехать. Так, ребята, эвакуироваться. Но у меня есть горючка. Слушай, ну а если так дело пойдет, как же мы тогда с тобой сможем туда попасть? Нам нужно увеличивать топливо. Ага. А чтобы топливо нам сделать, нам... нам нужно увеличить... Сколько там нужно было? 10 тысяч или 3? Так, еще разок смотрим. Двигатель, так, вот здесь вот. Плюс соточку, да, дает? То есть 1000. Почему же я не могу? У меня же вроде бы как бы там здесь... Тыщенка уже собралась. Ага, 770. Хорошо, идем в мастерскую, в склад. И будем сейчас что-нибудь разбирать. Склад бараков заполнен. Чем он, интересно, заполнен? Продать все. Да, хлама. Так, открываем.
Компрессор, слабый компрессор, это все не то. Это металлолом или что? Вот, шестереночки мы с тобой получили. Соответственно, у нас хватает, да, теперь? Ну что, друзья мои, наша машинка теперь может ехать на 100 литров побольше, но этого мало. А чтобы еще прокачать, сколько надо? 1500. Ну-ка, если мы с тобой сделаем разбор на складе, что нам тут разобрать только, я не знаю. 432, а нужно 1500. Это банка топлива, это мы не будем трогать. Это утиль, утиль у нас дофигища. Тоже утиль. Погоди-ка, что же мне тогда делать? Что разобрать, чтобы получить топливо? Это тоже топливо, блин. Все утиль. Вот это да, вот это попадос. Мне нужен металлолом. Перековать. Зачем мне перековывать? Не надо. Можно, конечно, разобрать ее. Так, ну-ка, ребята, давайте-ка, наверное, здесь немножко сократим, а вот здесь добавим. Так, через 2 часа. Через 2 часа у нас только увеличится. Так, расширить бараки не получится. Склад. Склад нам получится с тобой. Так, подожди, выбросить. Слушай, вот... А, это тоже утиль. Вместимость. Купить. У меня не хватает, ребята. Ячеек таких у меня нету. Мастерскую хотя бы можем? Что тут у нас? Тут 40 тысяч нужно металлолома. Да я офигею просто с этого дурдома, ребят. Мне никуда ничего не потратить. Хотя, подожди, в машине может быть двигатель? Багажник. Вот багажник можем улучшить. 100 единиц, да? Радиус, радиус максимум. То есть багажник, и это мы с тобой прокачали по полной программе. Расширить не получается, 35 тысяч. Но зато, по крайней мере, мы теперь можем в утиль с тобой кое-что разобрать. Поехали, начнем с этих колес. Точнее, дисков. Вот эти вот тоже разбираем. В плане заполнен. Только начал разбирать, уже заполнен, прикинь. Даже ничего толком не сделал. Так, ну что, ребята, я предлагаю здесь прокатиться. Не туда нажал, не туда нажал. Выходим, 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 говорю. Да ё-моё, ты можешь выйти? Твою налево, блин. Да, я хочу вернуться. У нас здесь, на территории, именно в Топстоуне, да, возле этого города, есть много чего интересного, где мы с тобой еще не были. Надо только найти эти точки. Подожди, а где точки? Неужели я их все сделал? Да, ребята, похоже, я здесь все сделал. Ладно, поехали, прокатимся. Раскроем, так сказать, всю карту с тобой. Здесь даже... Ребят, тут одной гранаты будет достаточно, чтобы их уничтожить. Согласись. Просто порвали. Собрать все. А вот здесь уже будет пожестче. Но все равно сосунки. Мы, извини меня, по 800 валились с тобой, да? А тут всего лишь 200. На! Хлыщ получил. Так, еще одна битва. Ага, тут сестра токнутых. Почему токнутые, ребята? Потому что они с током ходят. Замечательно, одни обломки остались. Шикарно, поехали. Собираем все, поехали дальше. Так, вот они, самые лютые, да? Находятся где? Самые лютые психи. Слушай, ну 300 горючки. Если я, например, я не смогу, мне нужно 400 горючки, чтобы доехать до
той точке. Опять же, если доехать, это без столкновения. А если мы с тобой будем еще сталкиваться с вражинами, то я как бы боюсь, мы далеко-то не уедем. А вот сейчас серьезная будет потасовочка. 312. Слушай, мне кажется, надо брать все-таки танк с собой в компашку. Да чтоб тебя, вы хорош. Замечательно, порвали. Так, подожди, подожди, давай-ка мы с тобой аккуратненько здесь заденем. Жалко, я не могу зайти в город, да? В любой, какой захочу. Именно только у меня есть вот топ-стоун и все. Хотя, если, может быть, когда у нас будет доверие к определенной фракции, может быть, тогда можно спокойно туда заезжать, да, и пользоваться ихними благами, как это во многих играх бывает. Ну давай, 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 грунта этого орды валим и все, и едем дальше. Ну, Катерина на отхилах, все, молодец. Так, посмотрим, что у нас тут происходит вообще. Это конец карты, да? Да ё-моё, я не хотел сюда сталкиваться. Ох, ё, это кто такие? Сержант Токнутых. Ого. 484 у них. Так, ну сержант это самый лопух, я смотрю. Порвали. А минус и минус. Сосунки. Так, мне сюда не проехать, что ли, получается? Тупичок. Но тут, ребята, действительно тупик. Тут даже карта заканчивается. Так, давай сюда тогда прокатимся, проверим. Не, давай как-нибудь не задевай их. Сюда теперь. Ну да, друзья мои, нам здесь делать нечего. Тут абсолютно все спокойно, тихо. Значит, возвращаемся в город. Да куда ты? Куда ты? Я хотел объехать, он эту кучу не объехал, ребят. Так, ну что, 100 горючки. Я все-таки рискну, ребят, поехать через мост. Главное, не нарваться там ни на кого, и все будет отлично. А на мосту, я думаю, что если мы будем выбивать долги... Ё-моё, сколько вас тут, красавчики, ёк-макарёк. Вас можно как-то объехать? Нет, никак. Никак их не объехать. Давай тогда вот так вот низом проедем. У нас с тобой в багажнике еще место дофигища. Слушай, Вики, давай-ка мы как-нибудь, я не знаю, будем стрелять, что ли? А тут все на отхиле, да на отхиле. Так дело не пойдет. О, спокойно здесь проезжаем. А где топстон-то у нас? Вон он. Так, надеюсь, у нас горючки хватит, чтобы заправиться полностью. Так, заходим, да? Смотрим, что у нас по горючке с тобой получается. И после этого... Ну, горючего хватает. Так, погнали. Кратерное озеро. Нам нужно с тобой доехать. Да чтоб тебя, блин, вот надо было тебя зацепить. Блин, да офигеть, на этой локации, ребята, они какие-то уж, ну, слишком имбовые. Ну-ка, давай так сделаем. Так, Катеринка будет отхиливать, я надеюсь. Это обычные, это даже, ребята, не злые какие-нибудь. А, тут только одного. Промахнулся. Это уклонение получается, да? На нас отравление повесили. Катерина, хиляй. Да что ты будешь делать? Так, один остался, грунт орды. Пошел отсюда. Нет, вместо разведчика надо было все-таки брать, наверное, нам танка. Где там этот мост? Блин, до него как до Китая еще. Шпарить, шпарить.
проедем бочком. Нифига. Вот так вот сделаем. А, лес, лес, я не проеду. Тьфу ты. Выгадал, блин, называется. Вот, ребята, вот вам элементарные траты горючего. Вот такие вот круги наворачиваешь, и все. Бомбарь, 833 хп. Вот это, конечно, бесело. Так, неплохо. Крит слабенький. На. Слушай, это разведчик что-то вообще ни к силу, ни к городу. Минус бомбарь. Ну, этих грунтов мы с тобой разорвем. Я так думаю, да? Упс. Неудачно. Как им Катерина, а? Прям вот не дает им покоя. Да что ты, блин? Слабачка какая-то, прям вот серьезно. Слабачка из слабачков. Так, ладно, здесь мы разобрались. Это мы только с тобой город проедем, да, получается? Город, а до моста еще дофигища. А у нас уже горючего с тобой, ну, мало-мало осталось. А эвакуироваться мы с тобой сможем только на... За счет чего? За счет рекламы? Смотри, какой чувак. Сержант... Сержант бомбарей, что ли? Оу, щит, у нас проблемы. У нас, ребята, проблемы, по-моему, начинаются. Смотри. Я ее нафиг заменю. Это не дело. Мне приходится ее постоянно хилять. Да и то не получается полностью захилять. Чё за фигня-то тут? О-о-о, ты что такое сейчас он сделал? Так, хиляем. Ой, не того хинул. Твою налево. Ну, врежьте вы. Дай-ка я, наверное, пулю в лоб ему. Так, самый сильный у меня, по-моему, кто по ХП? Катерин, получается, или разведчик? Уничтожим этого шитика. Отлично. Ну вот, совсем другое дело. Кожа? Раньше никакой кожи мне не выпадало. Мост у нас находится там, да? Ну, до моста я доеду. Оу, щит. Ты, блин, сейчас серьезно? По-моему, ребята, сейчас хана мне. Сколько? 678, блин. Да. Так. Ладно, попробуем справиться. Хотя что-то как-то я сомневаюсь немножко. Ты вообще хоть будешь попадать-то по ним? 122. Все-таки был бы стражник, было бы намного попроще. Давай этого хоть завали. Есть. Так, хиляем. Так, это автоматчик. А эти у нас типа танков, да, идут? А, не, блин, ты не доб... Все, отлично. Фу. Так, где это место-то? Да ну, я до туда. У меня не хватит горючего, ребят. Хотя... Хватит. Но если здесь будет драка... Рейдеры хорошо закрепились на нефтяной вышке, оценивая силы противника. Вы замечаете, что местные заняты погрузкой бочек в грузовики. Хороший момент для атаки. Вперед в атаку, занять позиции на возвышенности. Лучше... Давай займем позиции на возвышенности. Вы незаметно перебираетесь на ближайший холм и занимаете позицию возвышенность. В бой. То есть в бой в любом случае, что ли? Понятно. Бомбарь. Так. Как бы мне это не аукнулось, ребята. Как ты слабо бьешь.
У меня всего получается два действующих бойца. Это вот этот и... Потому что постоянно вот на отхиле. Что это такое? Ускорение еще? Промахи, промахи, одни промахи. Слушай, ну бомбаря уже можно, в принципе, валить. Умоляю, блин. Хиляй, хиляй, Катеринушка. Ай, тихо, не трогайте. Хиляем ее. Так, Катерин, давай. Так, минус один. Как вы меня запарили, а? Так, ну что, делаем выстрел ему. Контрольный. С опозданием рейдеры сообразили перегруппироваться и открыли мощный огонь из всех стволов. Граната, блин, еще гранатчиков тут не хватало мне. Валить ее надо. Так, вся надежда на Катерину. Угу. Считай, труп. Давай-ка накажем. Не дай боже, здесь еще босс будет. Вот это будет финал, конечно. Атака, конечно, ни о чем. Да бей ты его уже. Нифига, не хочет критовать и все. А, отлично, молодец, Франческо. Большая часть противника уничтожена, но расслабляться рано. Группа рейдеров успела обойти вас с фланга и теперь пытается разделить отряд на две части. Ну уж нет. Ну уж нет, блин. Иди отсюда. Нет, мне нужно как-то, ребята, другую команду брать. Ну это что-то вообще не айс. Это промахивается постоянно. Ну... Офигеть с тебя просто, а. Ну, завалим ее. 109. Давай я ее, наверное, добью. Отлично. Давай, давай, еще один удар и крышка. Все. Враг окопался в здании рядом с вышкой. Вашему отряду приходится идти на штурм. Вы подбираетесь к дому с разных сторон и врываетесь в него, действуя как единый организм. Твою дивизию бомбарь тут. Ну ладно. Слушай, они запарили, а? Это все время промахивается. Почему ты промахиваешься? Вот скажи мне на милость. Давай так сделаем. Грунт Орды. Так, Катюху не трогать мне, пожалуйста. Грантомичек, ты собираешься вообще ходить сегодня или нет? В чем проблема? Чего ты ходишь-то раз в пятилетку? Во. Специально, что ли, сделали так они? Я не понимаю. Завалишь? Она не хочет просто, вот не хочет убивать и все. Так, жесткач какой-то начался. Захиляемся. Ну? Неужели? Так, забираем все. Прикрывая друг друга, ваш отряд действует четко. Как хорошо смазанный механизм. Вы отбиваете комнату за комнатой. То есть вы хотите сказать, что здесь все-таки будет босера, да? Я вас правильно понимаю? Которого мы должны будем забомбить и отобрать бабки. Ну, он долг должен там, да? Так, нам надо вот этого залечить. Слушай, вот прикинь, у нас была бы команда медиков. Нет, это было бы плохо. Но вот две Катерины здесь бы было бы вообще ништяк иметь. Две Катерины плюс, например... Два стрелка. Это было бы вообще топчик. То есть мы бы практически неубиваемая команда была бы. Мы бы захиливались двумя медиками, а двумя этими бойцами бы отбивались бы. Это было бы круто. Ну что, уничтожаем? Окей. Так, собираем все. Битва перемещается на второй этаж в арсенал.
Вы сейчас издеваетесь, что ли, блин? В арсенал, их уже четверо здесь. Надо который самый слабый уничтожать, чтобы их хотя бы поменьше стало. Что это такое? Не трогайте меня. Мы не успеваем, ребят, захиляться. Ага, минус один. 392, 392. Давай так сделаю, наверное, все-таки. Ага, а если бы не хинул, ему бы крышка была бы. Ну. Что-то какие-то не бронированные здесь. Не трогай. Опять какое-то усиление сделали. Ух ты, вот это хорошо кританула, молодец, красава. Респект, уважуха. Добьем? Добивайте, добивайте вот этого. На. На втором этаже в арсенальной. Давай еще третий, четвертый, пятый. Последние рейдеры уходят в глухую оборону. Осталось чуть-чуть поднажать, и победа в кармане. Пора заканчивать эту затянувшуюся бойню. Только вперед, только в атаку. И... я уже думал, тут сейчас босяра будет. Хилять надо эту роднульку-то. Чё так мощно-то? Эй! Вау! Это чё такое? Это чё такое, ребята? Я не понял юмора. Это вот эти вот со своими отравленными бомбами, что ли? Точно. Это дело их рук. Ребята, они нам травят. Нам надо как можно быстрее. Блин, без гранатометчика здесь очень хреново будет. Надо хиляться. И, а как мы тут выживем? Я не знаю, ребят. Она запарила уже тут свои гранаты. Все, это их крышка, ребят. Это и крышка сейчас будет, она отравится. Промахнулся, да? Если бы еще это хотя бы помогало бы, попадало бы. Надо валить. Иначе нам, ребят, не забровать будет. Это последние бойцы, нам сказали. В глухую, блин, защиту. Ушли. Или все-таки выстрел сделать по ней. Так, у нас Катерина ходит, она захиляет. Угу, так. Сделаем контрольный выстрел. Да блин. Вот чучмечка, вот как ты меня бесишь, а? Вали ты ее уже в конце. Все, наконец-то. Поехали. Так, главное, чтобы Катеринка нас захиливала. Остальное уже, в принципе, не страшно. Смотри, что творит, а? Промах! Воу-воу-воу-воу. Слушай, здесь вот, ребята, уже напряженная обстановочка. Надо нам... нет, я все-таки добить попробую. Е! Так, хилять не будем, давай так сделаем. Выстрел. Ну, добьем. 10 хп, все. Внезапно из здания напротив на вас выбегает несколько бойцов во главе с каким-то головорезом. Главарь до последнего надеялся, что его рейдеры справятся с вами. Что же? Оставить отдых в атаку. Босс? Медик, друзья мои. Здорово просто. 1500 хп. Как тебе такой расклад? Два бомбаря. Ёк-макарёк. Вы сейчас серьезно? Чего? Да понятно, что здесь мы проиграли, ребята. Этот медик нас не лечит, ребята. Он нас уничтожает просто в пух и прах. Поражение. Как тебе такой расклад? То есть, делай определенные выводы, да? Что нам сюда идти надо, я не знаю, сколько иметь здоровья. Так, в баре. Катерин, ты можешь... так, это нам нужно улучшить что? Улучшить бар. А где мой танк? Вот он, да?
Да, и все слили с тобой, получается. То есть без танка Вики. Ну, Вики хороша. Вот я, наверное, Феникса бы убрал бы и взял бы все-таки танка. Но для этого нам нужно с Вики все снять. Получается, да? Так, пушку мы не можем снять, потому что она не снимается. Ну давай, парень, надеть лучшее. Так, здесь у нас лучшее одето. Ого, вот эта броня будет поинтереснее. И топорик. Как-то вот так у нас получается. 508, 760. Ну, Катерина самая прокачанная получается. Ну да, получается так. Ну, я думаю, друзья мои, что мне еще туда рановато идти. Ну, слишком уж круто. Я не знаю, как мы с этим медиком будем справляться. Так, в мастерская. Курток новых нету. Оружия тоже пока нового нету. Единственное, это... Так, нериум. У нас нериума нет, что ли? Так, подожди, у нас же на складе вроде бы есть. Нериум ведь так? Ну, вот он. Разбираем на руду. Всего 60. Этого мало. Во. А, это пустая порода. Но тоже нериум получаем, да? Зачем я взял контракт с химиком, если я, ребята, его не могу даже получить? Вы собираетесь продать аккаунт обратно на рынок. Вы уверены, что хотите сделать это? Контракт можно использовать, чтобы призвать специального рекрута в баре. Как? Как его призвать в баре? Вот скажи мне. Этого рекрута. Я, например, не понимаю, как его можно призвать. Нанять. Эски. Все эски, ребята. Ни одного нету там, например. А у нас эска, дэшка. Чтобы заслужить доверие Орды, выполните несколько поручений. Серого штыря, для начала выбейте долги из механика на сфере. Слушай, а может быть, я не к механику пошел, это там какой-то медик был. Может быть, я ошибся? С заданием, а? На севере. А мы с тобой куда? Ну, мы на север ломанулись, все правильно. Тогда я не понимаю. Кое-чего, нифига себе. Кожаная броня. 950 вот этих пробирок, которых фиг где наберешь. Ладно, я предлагаю, ребят, наверное, отправить на задание наших ребят и закончить на этом серию. Так, подожди, нам нужно в аванпост. Задание именно здесь. Ага, так, 2520. А что так дофига-то, эй? 1080. Это из двоих, да? Подожди-ка, может быть, у нас получится все-таки на вот... Опа! 2520. Ну, давай посмотрим. Раз. Два. Сколько еще нужно? Уху, 1200. Не хватит. Ну, там ты видел, да, ребята? Ящик с капсулами. Не получится. Тогда сделаем так. Раз. Два. Отправляем отряд. 1080. Раз. Два. Отправим. Так, еще одна там, по-моему, машина есть у нас, да? Две. Три машины куплено. Ну да. Только вот единственная проблема, что у нас... Две. 1520. Тут то же самое. Это говорит о том, что, ребята, нам нужно прокачиваться. Это нужно прокачивать в первую очередь мастерскую, именно вот Хлою. Вешать, делать офигительную броню. Просто. Вот, наверное, химзащита нужна будет использовать. Что? Недостаточное количество для этих модов. Почему? В плане. Мастерская слишком мала.
То есть я не могу этот мод присобачить вот к этой броне излома. А кожаной куртки смогу? Так а в чем проблема-то тогда? Выбранное качество недостаточно для этих модов. Наверное, ребята, надо улучшать. Для этого 40 тысяч металлолома нужно. 40 тысяч металлолома. У нас сколько здесь с тобой? 35. Так, пускай вот так вот будет. Шестеренки и плюс металлолом. Топливо. На топливо тоже надо кого-то, ребята. Хотя бы одного, чтобы копил. 900. Так, 1700. Ну, в принципе, электроника пока нам не нужна. Ну что, друзья мои, тогда мы с вами на этом закончим. Прокачаемся и потом уже пойдем пытаться дать люлей. Ну, естественно, у нас должно быть здоровье, наверное, где-то не меньше 600. А никак не 400, не 300. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.